Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы – проблемы со зрением у детей. Есть такие патологии зрения в детском возрасте, которые быстро проходят и не влияют на дальнейшую жизнь. Но есть и такие, которые сильно изменяют дальнейшее существование ребенка. Для того, чтобы снизить влияние неблагоприятных патологий со зрением на организм, на детский организм, важно как можно раньше эту патологию выявить и начать ее незамедлительное лечение. Если в детстве ребенок имеет проблемы со зрением, то это в дальнейшем может привести к задержке его развития. При этом ограничивается круг интересов малыша, нарушается плановая подготовка к школе. Плохое зрение у школьников во многом усугубляет успеваемость, влияет на самооценку, а в будущем и на выбор профессии. Большинство патологий оптической системы довольно хорошо лечится. Главное – не упустить время. Как это сделать? Буквально через минуту об этом расскажет врач-специалист. Первостепенную роль ухудшения зрения у детей отводят физиологической усталости глаз и нарушению аккомодации. Насыщенная программа обучения в детском саду и школе, развивающие игры и просмотр мультфильмов на компьютере – все это способствует развитию близорукости. Но насыщенный график ребенка лишь создает предпосылки, а истинные враги хорошего зрения – плохое освещение, неверный подбор мебели для занятий, наследственность, дефицит витаминов и минералов в рационе, отсутствие режима работы и отдыха. Сыграть свою роль могут и некоторые заболевания, например, ОРВИ или сахарный диабет. Итак, тема сегодняшнего выпуска – проблемы со зрением у детей. Наш телефон 67-97-67. Помните, уважаемые телезрители, что именно сейчас мы работаем в прямом эфире. Дальнейшие выходы нашей программы в эфир уже будут в записи. И у вас не будет вот этой прекрасной возможности задать вопрос напрямую нашему врачу-эксперту. А сегодня у нас в студии врач-офтальмолог, детский врач-офтальмолог, специалист консультативно-диагностического центра Новгородской областной детской клинической больницы Татьяна Сергеевна Большакова. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Мы очень рады видеть вас у нас в студии, особенно накануне нового учебного года. Кто-то пойдет в детский сад впервые, а может быть уже в очередной год. Кто-то в школу, независимо от того, в первый класс или в десятый. В общем, проблемы с глазками у деток, они есть. И вот когда я готовилась к этой программе, ни одна статья констатировала тот факт, что количество таких проблем с каждым годом увеличивается. Вы наблюдаете такую же историю? Та же самая история наблюдается в практике врача-офтальмолога любого детского, взрослого на общем приеме. Патология растет, патология молодеет. Детская патология, та, которая встречалась раньше, там, в 10-15 лет, сейчас это есть и в год выявляется. Учитывая случаи недоношенных детей, да, дети, которые рождаются раньше срока, они дают нам большую группу риска зрительных заболеваний, и в дальнейшем мы должны их наблюдать, лечить, не допускать развития болезней и выпустить во взрослую жизнь, скажем, со здоровыми глазами. В самом начале я уже сказала, да, что есть такие патологии, которые проходят и не влияют на дальнейшую жизнь. Вот действительно это есть? Конечно, есть физиологическое расстройство зрения, такое как спазм аккомодации, нарушение бинокулярного зрения у детей там, до 6 месяцев жизни. Оно, да, есть. А в более старшем возрасте это уже большая зрительная нагрузка, компьютерный зрительный синдром. Уже сказывается предрасположенность к близорукости в дальнейшем. Все это ведет к большим патологиям. Да. Но понять, какая патология повлияет на дальнейшую жизнь ребенка, а какая нет, родители сами не могут. Все равно это должен сказать врач. Да, обязательно нужна консультация, потому что для этого есть плановые осмотры детей в месяц, в год, в 3 года. 5, 6, 7 лет, в дальнейшем уже в школьном возрасте тоже они показываются профилактически, классами они ходят. Мы ждем ваших вопросов по телефону 67-97-67, уважаемые телезрители. Я подчеркиваю, что сегодня у нас в студии детский врач-офтальмолог, поэтому по катаракте, глаукоме сегодня вопросы не задаем. Это все, так сказать, другим врачам-офтальмологам. А сегодня именно детские глазки в центре нашего внимания. И пока мы ждем ваших вопросов, я
так сказать, буду уже озвучивать вопросы, которые пришли накануне. И в частности, Маргарита пишет, что ребенку 9 лет, появилось покраснение глаза. Ограничили доступ к телефону, чтобы понаблюдать причину. Болевых ощущений нет, не жалуется. Скажите, пожалуйста, что это может быть и что можно сделать? Ну, самое простое, это может быть утомляемость глаз, да, то есть она проявляется синдромом сухого глаза, покраснением, склеры, конъюнктивы. Правильно родители сделали, ограничили доступ к гаджетам. Гигиена зрения – это прежде всего. То есть 2 часа минимум на улице ребенок должен гулять, ну и наблюдать, чтобы не было каких-то отделяемого, гнойного, серозного, чтобы это не был конъюнктивит. Угу. То есть вот дифференциация вирусных конъюнктивитов без отделяемого гнойного, да, и синдрома сухого глаза, она как бы важна. То есть вроде как и глаз красный, и нагрузка и там, но вот течение заболевания разное, лечение разное. Угу. Поэтому если в течение там пару дней покраснение не проходит, то лучше обратиться к офтальмологу. Угу. Скажите, пожалуйста, а вот телефон ли стал причиной вот этой ситуации? Возможно, и телефон в том числе. То есть также и чтение в темноте с недостаточным освещением, mm-hmm. и телефон, большое количество проведенного времени в мелких гаджетах, нагрузка на глаз растет, глаз не справляется, он начинает краснеть, увлажнения поверхности слезы нету, поэтому глаз краснеет, появляются такие симптомы. А вообще вот влияние вот этих гаджетов, мы уже говорили о том, как они психологически привязывают детей, да? А вот вы как врач, как детский врач-офтальмолог, что вы можете сказать об использовании гаджетов и, в частности, телефонов детьми? Я против, конечно, потому что некоторые родители разрешают детям. Бывали случаи, когда на приеме родители говорят, вот ребенку месяц, а он смотрит телевизор, мы выключаем, и начинаются истерики. Угу. То есть, ну да, это яркие какие-то пятна, пока в этом возрасте, то есть ребенку интересно, но это не должно быть нормой. Телефон – это средство связи прежде всего, это не, как сказать правильно? Не развлечение. Не развлечение, да, не книги там, не музыка, то есть это именно нагрузка на глаза идет. Это дает большую колоссальнейшую нагрузку, которая вызывает именно снижение зрения. Ребенок не в силах озвучить то, что ему плохо видно. Он теряет зрение постепенно. Гаджеты, электронные книги, дистанционное обучение, которое было в процессе карантина, да, у нас, то есть это все очень влияет, очень сильно портит глаза. Вы знаете, неоднократно наблюдала такую историю, когда мама либо в магазине ходит, выбирает все наряды, либо в дороге вот едут, либо в автобусе, либо в маршрутке, и ребенку ставят смартфон, и он там смотрит мультики, причем вот от 2 лет и старше. И вот он часами смотрит эти мультики, ну, по полчаса, потом немножко отвлечется, и потом опять, вот, чтобы молчал, чтобы не дергал, чтобы не отвлекал. Вот как это влияет на детское зрение? Что мы можем сказать родителям? Нельзя, абсолютно нельзя. Хотя бы? То есть даже школьнику с 7 лет максимум 15 минут в день разрешен телефон. Ассоциация офтальмологов, специально есть таблица, где указаны все возрастные нормы и время пребывания за компьютером. То есть общение с компьютером, с телефонами, это минимум времени, минимум. То есть если, так сказать, ограничивать ребенка, то проблем со зрением, покраснения глаз, да, не будет. Не будет. То есть до какого-то определенного возраста вообще не давать смартфон? До 7 лет детям смартфон вообще не показан. Вот ваш такой вердикт. Да. Следующий вопрос от Олеси, и она пишет, что ребенку 3 года. При прохождении медосмотра в детский сад поставили остроту зрения 0,6 на оба глаза. Сказали, что это нижняя граница нормы, что может перерасти, никаких рекомендаций не дали, кроме не сидеть в телефоне, не смотреть долго телевизор. Все правильно. С 3 до 5 лет острота зрения у нас от 0,5 до 1. Не скажу, что это нижняя граница нормы 0,6. Да? В принципе, в среднюю она укладывается, но опять же надо смотреть рефракцию глаза. Если это слабая степень гиперметропии, то в принципе мы тревоги бить не будем, потому что она уйдет к 7 годам, ребенок будет здоров. Но если это спазм аккомодации, либо какие-то предпосылки к развитию близорукости, то, конечно, гаджеты мы ограничиваем, и ежегодные наблюдения, плюс физиотерапия, медикаментозное лечение близорукости, оно всегда показано.
Кстати, вот я, оказывается, не дочитала вопрос Алисе. Она спрашивает, подскажите, пожалуйста, какие риски есть вот в этом случае, и ну, какая тактика наблюдения нужна, как часто посещать врача? Ну, вы, в общем-то, раз ответили. Раз в полгода обязательно показываться надо. Особенно вот если не единица. Да. Да? Валентина следующий вопрос задает. Она пишет, что ребенку 2 года, на глазу выросла горошинка, как ячмень. Врач сказала, что это халязион. Назначили мазь, мазали 10 дней, не прошло. Пришли повторно, направляют на операцию. Но тут почитали в интернете внимательно инструкцию, где написано, что нужно вовнутрь глаза мазь закладывать. И теперь вот они хотят заново повторить лечение мазью, но прошло 6 дней с тех пор. И спрашивают, можно ли дополнительно какие-нибудь капли покапать, вот начать правильно пользоваться мазью и закапывать капли. Через неделю плановая прививка, видимо, по национальному календарю. Можно ли делать прививку при таком заболевании? Самое первое, да, халязион – это очень схожее заболевание с ячменем. Да, только более глубокое воспаление. Это не инфекционное воспаление, поэтому прививки, в принципе, возможны, они не противопоказаны. Лечение, гидрокортизоновая мазь гормональная, она возможна заново применять. Все правильно применяем, мы оттягиваем веко, закладываем сантиметр мази, глаз закрывается, моргается, и мазь омывает, окутывает, да, всю слизистую конъюнктивы. Также возможно применение физиотерапии, это сухое тепло дома, солевой мешочек, мешочек с гречей, там, песком, без разницы что, и антибактериальные капли. Обычный советский альбуцид, он будет показан вполне, да. Если не будет улучшений на протяжении недели-двух, то это либо введение гормонального укола в эту шишечку, либо действительно операция, то есть вычищается вся капсула и удаляется эта горошинка. Но попробовать правильно закладывать мазь все-таки конечно, стоит. Конечно, начать с самого простого, да. А что по поводу прививки вы можете прививку сказать? Прививку можно. То есть никак не влияет? Не является, да, противопоказанием вот проведения прививки. Следующий вопрос от Ольги. Она пишет, что дочери 6 лет. Вчера немного опухло верхнее веко, чесалось и болело при моргании. Сегодня небольшой шарик прощупывается, но не болит. Опухоль немного спала. Никаких лекарств пока не применяли. За день до этого была долгая поездка в машине с приоткрытым окном. Скажите, пожалуйста, что это может быть и что делать? Ну вот тут, скорее всего, самый банальный ячмень. Угу. То есть это именно воспаление на крае века, которое доставляет в первые дни болезненность, затем шаричек этот локализуется, и в принципе он либо сам пройдет, либо обычные антибактериальные капли мы капаем. Левомицетин, альбуцид, все по инструкции ребенку можно применять. Ну, может быть, я сейчас что-то непозволительное скажу, да, но вот очень часто, так сказать, в домашней практике используют чайную заварку, вот чайный пакетик, как обычно называют, спитой чай. Вот как вы относитесь к этому, как врач-офтальмолог? Ну, я бы не советовала. Лучше все-таки либо кипяток комнатной температуры, либо раствор фурацилина, который продается в аптеке, в том же в таблетках, либо готовый раствор. Чай, он сейчас не такой чай, как был раньше, да, это опилки, и, то есть мы инфекцию можем только разнести и усугубить течение заболевания. А такие вот марлевые тампончики можно, прикладывать, да, вот да, смоченные, да, в том, о чем вы сказали. Да. И тогда это, так сказать, ячменю поможет. Поможет. Быстрее в глаз пройти. Не плюем, лечим правильно. Ага, а вот да, еще когда плюют в глаз. Вот как вы к этому народному средству? Ну, лизоцим, он помогает в лечении, да, но в качестве слюны как бы надо быть уверенным. Ага, то есть в составе слюны есть? Лизоцим, конечно, то есть он есть и в слизи, и в слюне, да. Но... Научное обоснование. Да, 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 но лучше не надо. Угу. Следующий вопрос от Ирины, и она пишет, что дочери 1 год и 2 месяца. А, нет, простите, 12 месяцев, 12 лет.
Выявлена близорукость, единица 25 обоих глаз. Полтора года назад была единица. У мужа отличное зрение, а у мамы с 10 лет близорукость. Вот у нее у самой, у Ирины сейчас минус 5. Врач не отрицает наследственный фактор. Выписали дочке очки на минус 1 для постоянного ношения. Либо рекомендуют мягкие контактные линзы. Рекомендовали зрительную гимнастику и витамины. Дочь категорически не хочет носить очки, ну, понятно, 12 лет. Говорит, что видит почти все с четвертой парты, если прищурится. Вопрос, нужно ли ей носить очки постоянно с таким небольшим минусом, в том числе при чтении и работе на компьютере. Или только для дали их использовать. Можно ли вместо очков носить постоянно линзы на минус один? И что все-таки лучше, линзы или очки? Ну, в принципе, можно и линзы, и очки использовать в этом случае. Да, линзы у нас будут для постоянного ношения, очки все-таки для дали при миопии слабой степени до минус 3 диоптрий. Мы всегда назначаем очки только для дали, чтобы глаз вблизи работал сам. Угу. На расстоянии 40 сантиметров глаз видит хорошо, поэтому для чтения письма компьютера очки ребенку не нужны с таким маленьким минусом. А вот в школе с доски смотреть щуриться категорически нельзя, иначе усугубляется течение заболевания, наслаивается спазм аккомодации, который надо будет опять же лечить, чтобы восстановить хотя бы тот исходный минус, который уже есть у ребенка. Поэтому в школе очки нам нужны, да. Угу. А линзы в школе? Линзы она будет носить на постоянной основе с утра до вечера. То есть, если комфортно, если ребенок занимается спортом, ему, конечно, там танцами, спортом, плаванием, ему неудобны очки, поэтому мы назначаем линзы либо мягкие контактные, либо жесткие ночные линзы. Угу. А если нет спорта или лучше очки. А почему вы так считаете, вот чтобы через мозг это все прошло? Ребенок не совсем будет правильно ухаживать за линзами, то есть все равно где-то мы потрем глаза, неправильно помоем руки, не до конца вымоем, да, как-то где-то что-то хватанул, ляпнул, потер, инфекция она будет. То есть это все равно инородное тело в глазу. Конечно. А очки все-таки очки, снаружи. Да. Очки все снаружи, очки мы каждый день моем, ухаживаем. То есть ваше мнение, что девочки, вот если она не занимается спортом, лучше если очки. Она не танцами не занимается, то лучше, конечно, очки. Да. Следующий вопрос от Екатерины. Она пишет, что вот тут уже сыну год и два месяца. По-видимому, вот я этот вопрос перепутала с тем. Когда ему исполнилось 9 месяцев, мама заметила, что у него косит левый глаз. Врач сказала, что небольшое помутнение хрусталика наблюдается у малыша, которое не мешает жить ребенку. И близорукость обнаружена. Про косоглазие родители так и не смогли добиться никакого ответа. Только вот было сказано, что дано природой, не исправишь. Приходите позже, будем смотреть. Все таблетки все равно с 4 лет. Мы в растерянности. Скажите, пожалуйста, от чего все-таки у сына косоглазие и что с этим делать? Косоглазие физиологическое. У нас до 6 месяцев, как я говорила ранее, угу. Да, дальше глазки должны стоять ровно. То, что врач выявил помутнение хрусталика, врожденную катаракту, это уже не есть хорошо. То есть вот это именно помутнение мешает. Угу. Глазу правильно работать, глаз у нас отключается, начинает уходить либо к носу, либо к виску появляется косоглазие. Поэтому обязательно надо консультация доктора, грамотного, хорошего. Возможно, если это большое помутнение, то это замена хрусталика, так же, как у взрослых. Деткам угу. также делают операции, чтобы выровнять глазки, чтобы к школе глаз хорошо видел. И чтобы он функционировал правильно у нас. Близорукость как раз при врожденной катаракте, она, да, всегда она у нас есть, она сопровождается. Поэтому тут нужны либо очковая коррекция, но, скорее всего, это все-таки будет замена хрусталика. Угу. С мнением доктора я не очень согласна. Ага. То, что дано природой, да, не исправишь. Не исправить. Все исправляется, все нужно лечить вовремя. Угу. Скажите, пожалуйста, а что по поводу таблеток, которые все равно с 4 лет? Ну, наверное, имелось в виду витамины, ага. Которые поливитамины, в основном они идут, да, с 3-4 лет.
А с косоглазием это как-то связано? Ну, укрепление сетчатки, склеры, роговицы, да. То есть мы питаем глаз, витамины добавляем. Но у детей такого возраста питание и так, в принципе, сбалансированное, поэтому химическими добавками вряд ли его надо грузить дополнительно. Угу. А исправление косоглазия будет идти, ну, несколько другим путем, конечно, да? Конечно. И врач обязательно все расскажет. Во всяком случае, вот если этот врач чего-то не сказал, то у нас вот есть консультативно-диагностический центр при Новгородской областной детской клинической больнице, и наш доктор-эксперт именно там работает, Татьяна Сергеевна Большакова. Я думаю, что вы не откажетесь принять, да, ребенка посмотреть и, в общем, сказать, как же все-таки можно справиться с косоглазием и с катарактой и с близорукостью. Потому что год и два месяца, и уже ребенка такие проблемы нужно исправлять. Лечить, исправлять, угу. Да. Ну вот сейчас скоро уже начнется учебный год. Может быть, вы дадите некоторые полезные рекомендации родителям, как же все-таки обустроить место для ребенка, как организовать его день для того, чтобы не было проблем с глазами. Самое главное – это дозированная нагрузка. Вот как в школе у нас идет урок 40 минут, так и дома ребенок 40 минут позанимался, делает перерыв минут на 15-20 между уроками. Не даем детям начальных классов сидеть вот сразу, как они пришли, сели делать домашнюю работу. Не надо так делать. Нагрузка должна быть дозированная. Должно быть общее освещение, освещение лампой настольного места. То есть света должно быть много, а он должен быть достаточным. Ребенок должен сидеть, не должен лежать никак на парте, на столе, на стуле, какой-то там буквой ЗЮ, где-то на полу развлечься, рисовать. Всегда это сидя за столом, с подставкой для книги, как это всегда должно было быть и положено. Расстояние 40 сантиметров от глаза до рабочего места, да, до тетради, до книги. Обязательно мы 2 часа в день гуляем. То есть не пришли с учебы, сразу же сели за уроки. Дайте ребенку отдохнуть, погулять, насладиться какой-то минуткой отдыха, а только потом уже сели за уроки. Питание, оно должно быть сбалансировано. Кстати, хочу вернуть вас к освещению. Какой свет предпочтительнее, холодный или теплый? Ну, каждый решает сам для себя, как бы, но комфортно глазу все-таки теплый свет. Теплый свет. Да. Mm-hmm. Теплый свет, он будет комфортнее, достаточно четкость изображения будет давать, и по люминесценции тоже будет отлично глазу. Mm-hmm. Возвращаемся к режиму. Погуляли. Погуляли, покушали. То есть должно быть сбалансированное питание. Мы кушаем и фрукты, и овощи, и зелень, и мясо, яйца, творог. Не так, как мы там чипсы кушаем, остальное мы не кушаем. То есть mm-hmm. вот питание, оно должно быть. Тогда не надо будет ни витаминов, каких-то дополнительных там микро-макроэлементов. Вот. И обязательно осанка. Хороший стул, хорошая осанка, то есть все у нас взаимосвязано, позвоночник, шея, зрительный анализатор, все это в единую целую у нас соединяется. Угу. Морковка должна присутствовать ежедневно в рационе? Ежедневно нет. Не обязательно? Не обязательно. Ни морковку тоннами не едим, ни чернику тоннами не едим, все должно быть сбалансировано. Угу. Скажите, пожалуйста, а вот если ребенок вот совсем маленький, как родителям следить за состоянием глаз? Как часто посещать офтальмолога? Раз в полгода или чаще? Раз в год, если родители не видят никакой патологии, ребенок не щурится, не жмурится, не как-то не поворачивает голову боком, чтобы посмотреть, рассмотреть там игрушки, раскраски, мозаики. Достаточно раз в год планово показываться. Mm-hmm. Если есть какие-то нарушения, отклонение глаза, прищуривание, наклон головы, кривошея, то есть то раз в полгода обязательно диспансерное наблюдение офтальмолога. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время сегодня к нам прийти, за ваши ответы на вопросы телезрителей. Мы сейчас подведем небольшой итог сказанному ранее в этой студии, затем вернемся в прямой эфир и узнаем, кто придет к нам завтра. Профилактика снижения зрения у детей заключается в правильной организации рабочего места. Стол и стул должны соответствовать росту ребенка. Оптимальное расстояние между глазами и книгой – 30-35 сантиметров.
Во время чтения, рисования и письма важно обеспечить яркое освещение, падающее на стол слева. Для детей с нарушением зрения будет полезно использование упражнений, тренирующих мышцы глаз. Идеальный комплекс поможет подобрать офтальмолог. Школьникам необходимо посещать врача не реже одного раза в год, а при выявленных симптомах миопии – каждые полгода. Тема следующего выпуска программы «Скажите, доктор, заболевание позвоночника. Показания для оперативного лечения». К нам в студию придет заведующий нейрохирургическим отделением Новгородской областной клинической больницы Альберт Александрович Иванюк. Готовьте вопросы для прямого эфира. Задавайте их заранее на сайте интернет-издания 53 новости и в группе «Скажите, доктор, ВКонтакте». А на сегодня все. До новых встреч и будьте здоровы!